Короче, мы им скажем, чтобы они переходили к тебе на страницу и делали то, что ты скажешь. Как София говорит, ты будешь делать все, что мы захотим. Всем привет, это «Человеческая кухня». Вот я пришел за морковочкой. А тут угощают конфетками. Его же водой надо сейчас смачивать. И делают роллы. Сыроические. Новый рецепт, видите, они обсуждают. Обсуждают, как будет грамотно. Это Евгений. Это Максим. Ребята, сразу обозначьте стаж сыроедства. Стаж сыроедства? Бывалый, да? Вот Максим бывалый, Евгений. Куда ты снимаешь-то? Евгений. Порядочный. А, просто? Да. А ты, Екатерина, как? Я? Вторую неделю, да? Я нет, так все. Мы на природу питаем. И это наша лаборатория вкусов. На интуитивном питании. Сегодня мы разрабатывали новый вкус роллов и соус. Вот, эксперимент. Так, ну давайте по очереди, по компонентам, да? Вот вижу листик, смазываете чем-то. Секрет. Что это? Секрет, да? Угу. Так. Листик смазываем секретом. Так, ну давайте будем угадывать. Секретный листик, секретной консистенции. Я вижу зелень, вижу пророщенные там вот эти. Можно так вот пальчиком. Кстати, пророщенного тут ничего нет. Ничего нету? Это просто капуста, друзья. На вкус почти безвкусно. И без да соли. Ну ты гонишь. Ну я просто... А не, сейчас вот пошел чесночок. Чесночок. Есть вкус, пошел. Чесночок пошел. Пошел. Значит, дальше берем... Друзья, посмотрите, это авокадо. Перчик. Авокадо. Вот с авокадо вообще, наверное, вкусно. Вот, попробуй. Ну, я попозже. Попозже не будет. Мне главное ребенка накормить. У меня там ребенок голодный остался. Вот, и значит, у нас есть так еще соус, да, секретный? А и секретный соус тоже. За рецепт которого Максим хочет, чтобы все подписались, да, это шантаж. Да. Вот, ну давай они, наверное, подпишутся, поверим им на слово. Ссылка будет в описании. Или ты только на следующее видео расскажешь им секрет. На следующее, конечно. Давай сейчас рассказывай. Нет. Что это такое зелененькое? Ну давайте тогда угадывать. Угадывать нельзя будем. Давай, вот это. Да, три попытки. Я не знаю, что. Я, по-моему, стал безвкусный вообще. Ты после голодания безвкусный, у тебя сейчас без просто... голодания. Я реально не чувствую никакого вкуса. Не знаю, что такое. Это тебе нравится или нет? А безвкусное как нравится? Не знаю, ну... Питательная жидкость. Это что, обычная вода, да? Это волшебная. Волшебная, да? Я так и знал. Вот, ребят, подписывайтесь, Максим. Я ссылку оставлю. И секретный рецепт я расскажу. Ну иди нам, пожалуйста, нож. Острый. Это самый острый. Вот этот самый острый, вот здоровый. Вот этот? Да, вот которым ты сейчас режешь. Блин. Острее нет просто ничего на свете. Вот, ну все, вот так вот, все природно. А сейчас мы будем дальше делать шампанское. Шампанское, да, будем делать? А как оно делается? Я сделала, а потом ты заснишь Машу. Машу тоже позови, она хотела это. Поэтому я сделала. Машу сейчас нету. Но она потом ты ее заснимешь, я ей все расскажу, покажу.